Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим суп гуляш по-венгерски. Для этого нам понадобится килограмм говядины, 3-4 картофельные средние, 2 луковицы, 1 такой большой острый перец, 4 стебля лука зеленого, 5 зубчиков чеснока. Вот такие 3 помидорины, масло подсолнечное, соль, перец молотый, 2 столовых ложки паприки, крахмалу картофельного 1 столовую ложки сверху и 2 столовые ложки томатной пасты. Ну вот и все, поехали. Лук режем мелко. Мясо режем на кубики. Чеснок рубим мелко. А теперь освобождаем от семян перец. От плодоножки и режем колечками. Это вот острый перец. Картошку режем крупно. Помидоры заливаем кипятком, оставляем на минуточку и очищаем от кожуры и режем на мелкие кусочки. Разогретую сковороду глубокую или казан вливаем масло подсолнечное и выкладываем лук. И жарим до 15 минут. Затем добавляем мясо. И жарим где-то минутки 5, а затем закрываем крышку. Теперь солим, перемешиваем, закрываем крышкой и ставим еще минут на 30. Теперь всыпаем подготовленные наши овощи, картофель, помидоры, чеснок. Острый перец и заливаем водой примерно, чтобы закрыто было все у нас, надо на 3 сантиметра. Даем закипеть и еще минут 30. А теперь добавляем ложку крахмала разбавленной кипяченой воды, перемешиваем, добавляем паприку, томатную пасту и все размешиваем и еще минут 5-7. Минутки до приготовления. Перец горошком добавляем и лук зеленый. Ну вот и приготовился наш суп гуляш. Теперь закрываем его крышкой, выключаем плиту и оставляем еще 10 минут настояться. Приятного аппетита!